Первым пунктом программы визита Виктора Толоконского стала новая школа в поселке Пинчуга. Что неудивительно, подобных учебных заведений, построенных по самым современным стандартам, в Красноярском крае еще нет. Строительство школы завершилось совсем недавно, но здесь уже полным ходом идут занятия с самого начала учебного года, что порадовало исполняющего обязанности губернатора края. Тут же в просторном актовом зале состоялась встреча с активными жителями нашего района, где любой желающий мог задать свой вопрос Виктору Толоконскому. Сразу после встречи Виктор Толоконский побывал на торжественном запуске первой очереди Богучанского лесопромышленного комплекса компании «Краслесинвест». Для Красноярского края создание, развитие мощности по глубокой лесопереработке – это, безусловно, важнейшая, приоритетная задача. Нам очень важно повысить эффективность и качество использования лесных ресурсов, лесного богатства. Нам очень важно, чтобы в удаленных районах края были современные рабочие места. Пуск конвейера комплекса – долгожданное событие для нашего района. Первая очередь будет состоять из распиловки леса на готовый пиломатериал, который будет поставляться на рынок России и также экспортироваться в другие страны. С его открытием появится множество новых рабочих мест. Также ожидаются большие налоговые поступления в бюджет района и края. Более подробно о визите губернатора мы расскажем в наших следующих выпусках. Александр Можеванов, Александр Черкашин, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богучаны.